Немецкая пропаганда торжественно объявила о полном уничтожении нашей авиации. Это лживое утверждение, а также начавшиеся неделю назад авиаудары по Москве вынудили меня поставить на рассмотрение вопрос об ответном бомбовом ударе силами миноторпедной авиации Балтийского флота. Будем бомбить Берлин, ребята. Готовьте машины к дальним перелетам. Эти ваши самолеты, они вообще до Берлина долетят? ДБ-3 бомбардировщик не самый новый, не самый быстроходный. Но на сегодняшний день это единственная машина, которая по силам выполнит такую непростую задачу. Цель авиаудара – нанести максимальный ущерб важным стратегическим объектам города. Погода сложная, но лететь можно. Берлин окружен двумя кольцами противовоздушной обороны. Ну и, конечно, истребители. Так что будьте готовы к воздушному бою. А вдруг не вернемся? Вам выпала огромная честь. В ответ на варварские бомбардировки немцами Москвы, Ленинграда и других советских городов вылететь для нанесения первого бомбового удара по военным объектам и правительственным учреждениям столицы фашистского рейха.